Хочу вам показать памятник Великой Отечественной войны в Семилукских выселках, мимо которого ежедневно ездят наши защитники Родины на полигон в Погоново. Здесь, как видите, все заросло, плитка заросла травой, клумба полностью заросла. Сам памятник треснул, его пора ремонтировать, красить серебрянкой. Раньше мы все это сами делали. Сейчас инфляция съела нашу зарплату, нет денег, да и времени, надо больше работать. Вот здесь начали тоже обкашивать самостоятельно, но нет времени, бензин закончился. Вот считаю, что администрация должна этим заниматься, так как налоги платятся, деньги на МУПу выделяются. Но МУПы как-то осваивают деньги без ухода за клумбами и, в принципе, за памятником. Прошу обратить внимание и срочно исправить ситуацию. И прошу блокнот помочь нам с этим. Спасибо.